Аппараты клинической физиотерапии компании «Еламед» уже давно зарекомендовали себя как в нашей стране, так и за рубежом. Приборы действуют на основе импульсного магнитного поля и теплоизлучения и могут применяться и в домашних условиях. Спектр применения аппаратов самый широкий – от лечения артритов до мигреней и расстройства сна. На выставке представлены такие аппараты, как «Алмак-01», «Алмак-02», магнитотерапия, «Мавит» для лечения урологических заболеваний, аденом простаты, геморроя, «Диамак» – это аппарат для лечения головного мозга, нарушения кровообращения, инсульты, мигрени, расстройства сна. И также представлены аппараты теплотерапии. К теплотерапии относятся такие аппараты, как «Теплон» и «Унилор». На выставке также представлены аппараты «Мавит» узкого действия, которые применяются при лечении аденомы простаты, хронического гайморита и других заболеваний. Аппараты уже оценили и специалисты. Канат Ертаев работает врачом в одной из городских больниц. И сегодня он решил приобрести один из физиоаппаратов компании. Дома у нас папа сейчас болеет, у него суставы болят. Мы решили, он пожилой мужчина. И помимо этого, часто бывает, что суставы болят. Сам я гипертонической болезнью, мне уже 2-3 года есть. Все вот так, хотим просто посмотреть, ну, действительно поможет. Цена недорогая, доступная, я думаю, в принципе, можно ее взять и посмотреть. Надеюсь, что он, ну, и мне, и моей семье будет долго служить. Купить приборы по сниженным ценам жители и гости города могут в здании медтехники по проспекту Республики с 25 по 28 января. Стоимость аппаратов соответствует уровню цен прошлого года.